Asan L1300 – производительный принтер для работы с форматом А3. Устройство поставляется в фирменной упаковке с кабелем питания, диском с драйверами, 5 контейнерами с чернилами и пользовательской документацией. Стартового комплекта чернил хватит на 7100 черно-белых документов или 5700 цветных. Сразу отметим, что печатный аппарат довольно большой – 70 см в ширину и 20 в высоту, а еще весит 12 кг. На передней панели устройства находится приемный лоток. Сверху разместилась панель управления с физическими кнопками и лоток для бумаги на 100 листов. Справа вынесен блок с чернилами. Тыльная панель оснащена двумя разъемами. Один предназначен для кабеля питания, другой для подключения к ПК через USB. К сожалению, здесь нет сетевого разъема, как и модули Bluetooth и Wi-Fi. Струйный принтер от компании Epson способен печатать на бумаге формата А3. Скорость вывода отпечатков достигает 30 страниц в минуту в черно-белом варианте и до 15 страниц в цветном при максимальном разрешении 5760 на 1440 точек на дюйм. Что можно сказать про Epson L1300? Это производительный и большой принтер, который подойдет для небольшого офиса или мастерской. Его главным преимуществом является экономность и высокая скорость печати.